Всем привет, друзья! Снова с вами Атомный Кролик. Продолжаем катать Ведьмака. Осталось у нас два сайт-квеста, которые слабенькие по уровню. Их надо пройти сейчас, потом уже двигаться на Скеллиге. Это Око за Око и... Это что такое? Ого! А это я не видел. И... Враг народа. Поговорить с охотником, колдуньями перед убежищем Филиппы. А Филиппу мы будем делать в следующий раз, а сейчас пройдем Око за Око. Нам надо помочь Роше. Ну, он старый приятель, я решил его в беде не бросать. У него какие-то терки с Бьянкой, плюс я с Бьянкой, насколько помню, во второй части можно было переспать. Она девочка симпатичная весьма. Вот. Может быть, и в этой части получится. Так что сейчас глянем. Вот, Вернан Роше. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Конечно, что со мной будет-то, господи. Что за проблема у тебя, давай. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Одна, что ли? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. А что случилось-то? Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова? Не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ну и чё, ладно, от меня-то надо? У тебя проблемы с дисциплиной, я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Клавиатуру прищемил. Мастер читать следы, помоги мне. Да пошли, господи, что же я брошу тебя, старого бродягу. Спасибо, ты же меня вытащил из этой. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Давай, чё. Дерево висельников. На другом конце карты, блин. И меня достал, Сидор. Вы такие вообще молодцы. Так, нам нужно... Нам нужно к дереву висельников. Это где-то вот здесь, по-моему, было. А, нет, это у входа в Новиград. Да, вот дерево висельников. Там еще аллея висельников есть. Так, где-то тут рядом. А, вон он стоит. Роше! Ферреро. Я буду звать тебя Ферреро. Не внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атма! Кирхе! Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. За мной. Так, грибы. Убить нильфгардцев.
докапал. Чё творишь, блин? Сейчас. Чё там? Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть... С голыми кровью, сиськами! Ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, сиськами наружу! Во! Правильно говоришь. И не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир, и ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Да. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Френ. Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит Ферреро. Здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да. Не-не-не, его надо убить, ребят, вы чё? Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Мне не надо. Слышь? Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на нильфгаардцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот-вот. Мне вот не надо, чтобы они рассказали. Хороший нильф, мертвый нильф. Что я тут их резал. Как... Отойди. Я все сделаю. Найн, Рокаир. Найн! Немец, что ли? Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. А Бьянка там чё, что, как отработать не ты хочет? Ты знаешь, где меня искать. Косяки свои. Нет? Эх. Миссия короткая, так что идем... Идем. Где там? Враг народа. Филиппа Эйльхард. Старушка полная печали. Так. Ласточка, кошка. Кошку мне не надо, зачем мне кошка? У нас кисина броня. Нильф висит, да? Это же нильф. Судя по шлему, да, похож. С охотниками за колдуньями. Так, где-то здесь был этот. Угу. Так, Филиппа. Ребята, сразу предупреждаю, что Филиппа убивать я не собираюсь. Не хочу я ее убивать. Нахер нужно. А, это вот, короче, там... Ой-ой-ой, кто это? Горацио. Или как его? Какие-то проблемы? Мавр. А, одна, сука, сплошная проблема. Да господи, как его звали? Отелло, во. Ты еще кто? Конь в пальто, ты че? Зриви, ведьмак. Тебя кто спрашивал? Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Не вижу радости, блядь. Не вижу фанфары, радости. Красные дорожки. А чего ты где? Хотел? Мы оркестр. Сделали половину дела, а вся слава. Что вы сделали? Тебе. Так я могу пойти, господи, постоять в сторонке. Говорят, вы могли попасть внутрь. До вчерашнего дня, а потом нашли вот это. Че это? Вроде ничего особенного. Шоколадка? Но сила в нем огромная. Он открывает вход. Дай-ка сюда. Прекрасно, позволь, я это заберу. На, подавись. Ключ от убежища Филиппа.
Думаешь, откуда вы знаете, что она там? Внутри? Мы не знаем, но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуины. Мало было вырвать ей глаза. Родовид должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию и в конце концов оказалась здесь. Что там внутри? Да чего только не. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Понятно, видишь, големы, гаргульи. Эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Сопляки, блять, смотрите, как папка будет работать. Ну посмотрим, где ой, там Филиппа. Ой, батарейка упала. Блин, я не хочу ее убивать. Я попробую не ее думай, освободить. Что мы туда полезем за твоим освободить, трупом. А потом грохнуть Родовида. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это трубака. Оп. Оп. Я тут был уже. Тут были какие-то куски доспехов, я не помню, по-моему, грифон, это ли медведи. Да, вот здесь вот. Что-то было, короче, закопано. Вот. Где бы должен быть механизм, отпирающий дверь? Оп, вот он. Не хватает одной двери. Так, вот здесь нам пригодится кошка. Сразу ласточку на место. Второй слот. Гром, где он? Вот он. Картечь, чертов гриб. Так, нет, картечь нам не нужна. Двемеритовая бомба. И северный ветер положим. Давайте. Отличное убежище для совы. Здесь не развернешься. Портал, что ли? Тут что? Уи! Нет! А-а-а! Твою мать! Геральт, ты как-то долго останавливаешься. Только трое из десяти мальчиков выживает в испытании травами. Ну, блядь. Трава штука такая. Не каждому по силам. Так, дубль 2. Кошка. Двемеритовая бомба. Северный ветер. Гром. Это что такое? Антидот от попса. Попс! Сайлос Снайл Попс. Личное убежище. Попс. Для совы. Так, надо сейвиться почаще. Чтобы... Тихо, тихо, Геральт, что ты опять хочешь упасть, что ли? Опа. Подвижные плитки, что ли? Или что? Нет? Нет. Ну ладно. Портал. Прекрасно. Охотники на ведьм в них уже покопались. Работает. Кто бы мог подумать? Да, кто бы мог подумать. Сундук с грибами. Охренеть. Ненавижу порталы. От них все нутро переворачивается. Нахеры. Как и следовало ожидать. Они любят места. Ну что, откуда? Что ж ты... Так. Где там? Щит.
не активирован. Вот получится его включить. Оп. Чё это? Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Должно заработать. Получилось. Портал есть. Извините. Стой! Те? Бери, пока не поранился. Постой! Ты что, ведьмак? Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Приперся. Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и Родовит это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. Так, и что тут должно произойти, по-твоему? И что, по-твоему, должно здесь произойти? О, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхард. Там про Эду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдобаир и Френгелию Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Это же этот, Конклав там, или как у них там назывался? Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Ну пошли. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Заколебал. Завали хлебало свое поганое и пошли. Я послушный охотник. Бери. Письмо Филиппе. О, это этот, наверное, писал. Нет? Да? Нет? А, она же там с тёлками мутила тоже. Интересно. Филиппа, да, она еще, короче, по девочкам. Ты женщиной ради Дикстра. Оп, что это? Маховое перо, край истрёк. Это совиное перо. И? А, вот сюда надо. Тих. Ну попробуем. Ради Дикстра. Ну ради Дикстра. Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птица. Она превращалась сама. Ой, там еще накеры. Я смогу потом подняться, если я спущусь. Интересно. Ладно, я сохранился, если что. О, туннель. Куда он ведет?
О, туннель. А куда он идет? Ну-ка, тут что? Тут ничего. Элемент питания есть. Ой-ой-ой. Ты чё? Опа. Тут чё? Кровь Некера. Сюда и надо было. Я думал, тут какая-нибудь секретка. Тут элемент питания. Так интересно. Там внизу что-то большое. Кошка кончилась. Должно быть, это нижний уровень. Так. Кошка кончилась, но... светится. Вот, сундук. Ремонтный набор бронника. Тут что? Перчатки какие-то. Люблю пещеры. Тут всегда полно всякого барахла. По-любому какие-нибудь ништяки здесь спрятаны. Ифрит. Так. Двемеритовая бомба. Квен. Конечно, как без страха. Где-где-где? Выживает шанс загорания. Отлично. Кровотечение, горение. Так, тут ничего нет. Тут грибы. Чуть за молнией там херачит. О, сундук. Прах. Нахер я его взял? Машинально. Ладно, чё? Выкинем потом ещё. Тут чё? Сундук. Вон осколки. Бочка. В бочке ничего. Тут бы какие-нибудь, не знаю, яблочки бы положили. Огурчики. Интересно, поляки любят моченые яблоки? Они вообще едят? Кровать, стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Агаты. Филиппа всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? А с кем кровавыми и хирургические инструменты? Использовала их в своих экспериментах. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Окровавленные хирургические инструменты. Так, это Филиппа проводила тут какую-то операцию. Но она, походу, глаза себе пересаживала. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать.
Это что? Они свое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. Ну, антисептик. Глаза она пересаживала по-любому. Трубка нахер не нужна. Параша. Та еще. О, это этот. Фонендоскоп там. Мегаскоп. Плавился, весь в копоте. Может, какие-то кристаллы уцелели. Мегафон. Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Трис придумает, что с этим делать. Кто придумает? Трис? Так. Дальше что? А, ее здесь нет. Все, что ли? Ну вот, я думал, тут хоть что-то интересное будет. Тут, блин, сраные головоломки. Надо Родовида, короче, убивать. В жопу. Нахер Родовида! Хакеров. Тут что? Портал и ушел. Ты жив? Ты жив там? Ты что думал? Нашел что-нибудь? Ничего я не нашел. Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Это твои проблемы. Ты ошибаешься. Схватить его! Схватить его побыстрее. И быстро, и больно. Или раскаленные щипцы. Держите его! Стоп. Тихо, тихо, тихо. Не вижу. Он мне нужен живым. Живым. Да вы хорош. А ты? Будут они мне угрожать еще. Сказал, ничего не нашел. Значит, ничего не нашел. Все, что нашел, все мое. Все равно вашего короля убить хочу, так что идите в жопу, я вам кристалл не отдам. Блин, беспонтовая пещера, вообще в хлам. Ничего интересного. Где?
Где он тут стоит? А, вот. Это корабль его королевского величества Радовида V, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхард. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Говно вопрос. Ведьмак, есть успехи? Ты нашел Эйльхард? Ее не было там, где сказали твои люди, но я нашел следы медицинских экспериментов. О, это уже что-то. Думаю, Филиппа пыталась вернуть зрение. Неужели? Пустые глазницы идут ей куда больше. У тебя есть доказательства? Нет, но могу дать слово. Твое слово? Ты даешь мне слово? Извини, но сама Эйльхард научила меня не верить словам. А потому и говорить не о чем. Прощай. Да и хуй на тебя, господи. А теперь. Где оно? Где? Да и вот. Куда? Кристаллы ему не отдам, пошел он в жопу. Ненавижу Радовида, пидор. Шерстяной мне. И папа его был пидором. Все они там пидоры. Я лучше Филиппе помогу. Пусть она еще та мразь, но... Радовид вообще где-то очень далеко в моих списках любимчиков. Так, а мне же нужно в Новиград. Че я бегаю тут как дурак? Западные ворота. Новиград. Не жалься, Тор. Так, нет, не сюда. Сраный дождь, он кончится когда-нибудь, нет уже? Ну-ка, стой. Куртизанка. Куда? Заскучен ко мне. Пойдем. Заскучен ко мне. Да пойдем, господи. Чё? Заскучен ко мне. Пошли. Сюда? Нет? Одни заманухи. Никакого действия. Без труда не вытащишь из куда. Да пошла ты. Всем трудом. Девушка Пасифлора. Деньги вперед. Как дела, сладкий мой? Я вас весь ваш бордель могу купить, вы чё? Нашли чем меня пугать. Деньги вперед. Не укнул, что ли? Это забавно. Так. Интересно, я сейчас смогу Дикстри сказать про письмо? Напустили в город всякий слух. Мяу. Полегче. Прям мяу. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше. Сейчас у меня перерыв. Перерыв у нее. А у тебя? Сколько? А кто тут работает вообще из всех? Вечный огонь. Смилуйся над этими белыми. Котик. Полегче. Так, я тебе... Возвращайся в застенье. Где ты эти видел? Белый волк, добро пожаловать в Пасифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь.
Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Какой красавец. Прошу наверх. А как бы там можно что-нибудь сопровождение? Нет? Может, меня там подождут еще? Немного. Ведьмак Геральт? Давай наверх. Он самый. Шеф уже ждет. А, Геральт, хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Он должен умереть. Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид. Поверь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию. Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля, теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Красавчик. Уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать Вызиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны, так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Ладно, и что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыта, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимания, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее. Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. А снаружи? Никто. Чё тут? Нервничаешь? Нет, я просто осторожен. Телок нету? И тебе осторожно. Тут люкс, короче, да, у них? Я знаю. Я покрутился по улицам, чтобы тут сбросить еще хвост, если он вдруг был. Я не меньше твоего. Приноси целый этаж. И не тебе меня учить конспирации. А нельзя там напряжение снять? Дороги до драконьих гор лучше не найдем. А ты симпатичный. А то. О, волчок. Ну. Ой. Махнулся на двери. А чем больше пью, тем больше трезвый.
Я себя сегодня плохо чувствую. Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от дела. Шернстоун потрепанный немножко. Кого посоветуешь? Какую девушку ты посоветуешь? Нарцисса тебе понравится. Может, она и не самая красивая, зато очень изобретательная. А как говорила моя матушка, светлая память, не в лице веселье. Может, я бы хотел кое-что купить. Карты собирать, что ли, тогда? Хрен с ним, пусть будут. Места они не занимают. Денег жопой жуем. 15 тысяч уже. Куда девать, не знаю. Тёлочки, давай. Познакомлюсь с новым уловом Пассифлоры. Я, наверное, вернусь в постель. Оп. Мое почтение. Фиалка. Достойному кавалеру. Чувствуй себя как дома. Чего пожелаешь? Мы исполним любое твое желание. Пошли. Мне нравится. Мне нравится, как ты выглядишь, как пахнешь. Если так, давай обсудим, что будет дальше. Маска это прикольно. Добавляет интриги. Сзади ничего. Да и в целом ничего. Прикольная. Трусям бы смешные у него. Отлично. Так, ну теперь можно и короля убить. Ну я и... Потом сюда еще зайду. Так. Разрядочка национальная была. А где? А, вот. На стене прям. Не видать. Так. Где там вашего чувака искать-то? Приграничный пост. Оп, собаку споткнулся. Блин. Ну-ка, я здесь перепрыгну. О, перепрыгнул. Нормально. Пацан, отойди. Ну-ка, расступились, блядь. Я тут вашего короля иду убивать. Ну, не убивать. Ну, да, ладно, пацаны, не гоните, все хорошо. Оп. Грегор. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Шлем куда пропал? Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал, вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался, а тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды, родовид здесь ни при чем.
А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Давай. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Еще одну грамоту можно будет взять. Ну пойдем. Повозку искать. А это он, наверное, в клетке сидит. Я, блять, в прошлый раз там колесил вокруг этой клетки. Если это он, это вообще просто попадос. Там, блять, запертый чувак и нет ключа. Сука, это он. Да, вот клетка. Тут разбойники на конях были. Я их всех перерезал, а ключа не нашел. Так, где чувак? Кроны. Найти фургон. Вот фургон. Повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Следы драки. Кого-то, похоже, оглушили, а потом стащили на землю. Иди сюда, Пёся. Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Хороший песик. Сапог. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Еще один. Интересно, где хозяин этого башмака? Что-то, блядь, дорожка из башмаков. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Охренеть. Дорожка из башмаков. Это ж... Сколько у него туфель-то было? А он что тут делает? Тролль. Башмаки собирает. Привет. Возьмак, иди себе, водки собираю. Да я вижу, мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Говори правду. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить.
для Ога, Бога и Рога. Зачем вам башмаки ты, господи? Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Бог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Еще тролли где-то рядом. Да вот она тут. Пещера троллей. Я там был уже. Там, правда, не было троллей в тот момент. Еще будет учить троллей ругаться. О, Геральт, сколько лет! Слушай, я тебя не помню. Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа до кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Боты швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти. Боты шить. Я не хочу троллей убивать, они он смешные. Нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Бога нет. Сделает боты, тогда пойдет. Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте, Геральт, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Усек? Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоебы упрямые. Ну пусть идет, только пусть вернется. Я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, вижу, ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая капуста. Давай, выходи уже. Блин, я не помню, кто это такой. Куда мы идем? Блин, чувак. Давно не виделись. Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Что слышно? Как живешь? Как картофельная моль. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь,
рубаю картоху. Ну, будь. Я, сука, уже есть. Картофельная моль. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Нормально. Блин, Талер, давай... Я, конечно, ты вроде как друган, все дела там. Только, может, ты бегом пойдешь как-нибудь? Ну, это же тупняк вообще. Давай быстрей. Ну. Ну, давай. До каких пор мне тебя догонять? Толкай меня сам тогда. Давай. Я не буду идти, ты меня толкай. Ты же идешь? Вот. Блять, Геральт, зачем ты шагаешь? Пусть он толкает. Во. Нет? Ой. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу DX3 и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Что будешь делать? Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей? Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я бы тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно. Умный мужик. Я понял. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе. Не боись, Геральт. Мы не пропадем. Бывай. Так. Это все, что ли? А дальше? Да? Хм. Ну вот. Я думал, там как-то поинтереснее будет, что ли. Так, пойдемте этого дебильного... Где он? Блин, потерял. Вот он. Сраному эльфу этому поможем. Если он... Давай, Геральт. Чё ты? Это ты есть тот ведьмак? Так, я походу не в ту сторону поскакал. Куда легкие, как ты только болит, разносит? Ну это ничего. Так, Новиград. Новиград. Железо надо было какое-то. Порядок есть порядок. Эльская кровь, а? А где Скрус этот сам? А, вот он сидит. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Который выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху на шатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар.
пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом с осетром. Хорошо, ну, когда? Ну, как когда? Как стемнеет. Там и увидимся. Эрнст, ладно, Хорн. Гребаный эльф, блин. У него проблем больше, чем пользы. Он мне обещал там какой-то ебический меч. Не сейчас. Приходи после захода. Ну ладно, ладно. Че? Долго, что ли? Ладно. Чё там? Мы уже все знаем. Чё там? Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Может, ты здесь? Что хочешь? Я здесь. Что такое? Бухой, что ли? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Етить колотить, хватит вздор нанести. Я же его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь ведьмак? Это тот беззубый тип? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он у вас, собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш. Уматывай отсюда, пока я добрый. Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Денег ему дать. Ярмар Зигрин передает привет. Только во имя Рундурина все не выносите. Ну мигом, я пока в нужник отойду. И где тут материалы? Кажется, здесь. Просто, ну раз он кореш Ярпина, чё его подставлять? Так он хоть... Ну, нагреют его, что он, типа, просрал. А так хоть у него деньги будут. И все, осталось только дать сигнал. Ты что, не знаешь, чья это склад, козлоё? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут... С этим колдуном? Я все понял. Но ты меня и разыграл. Так вас Хатори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё, не рачь с нами гребаных нордлингов. Давай, Геральт, вперед! Чё-то я не хочу их особо пить. Не торопись, Сукрус. Давай поговорим. Мне зятя надо спасать. Пей их! Ой-ой! Ah!
Ну и все. Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сухруст. Я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир. Эх, зятёк, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. А, где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ван Хорном? А свезем его на скиль, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно, мне к нему тоже надо бы заглянуть. Давно пора. Ку-ку. Пузатый чувак. Кто че? А, человек Сигеровина, понятно. Кушает хорошо. Где этот эльф? Несчастный. Он мне там саблю обещал. Световую. Лазерную. Приветствую, Эйвор. Гер! Живой и здоров. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Может, ты... Здравствуй, хоть... Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Что у тебя есть? Покажи мне свои товары. О! Это нам пригодится. О, болты прикольные. Так, надо ему продать всякое барахло. Вот это, вот это. Кочерга реликтовая тут вообще нормальная. Продать, 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 продать. 112, охереть. Продать. Тоже продать. Это что такое? Бутафорский меч. Тоже продать. Так, починить все. Что бы еще ему продать? Такого не особо нужного. Так, ладно, посмотрим, что он умеет делать. И что мы можем построить. Ничего не можем важного, нужного. Не тот, не тот. А, он же мечник. Он же мечник. Че, меч готов? Мой меч уже готов. Еще нет. Приходи позже. Ладно, приду позже. Будь здоров. На этом серию, я думаю, можно закончить. Потрудились мы на славу. Филиппу не нашли. Покушение организовали. Эльфу помогли. По-моему, очень все удачно. Пока закончим, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.